теперь внимательно смотрите и слушайте. Это выписка из амбулаторного журнала. Слезы мешают говорить. Застарелый перелом костей левой голени. Застарелый перелом костей правой голени. Застарелый перелом шейки правой бедренной кости. Как эта крошка, а ей всего 4 месяца от роду, 1,5 килограмма весом. Как она это все выдержала? Когда это с ней случилось? У нас не одна капри, у нас много послеоперационных больных животных, и, к сожалению, они не выздоравливают за один день, приняв одну таблетку. Всем требуется длительное лечение и уход. Реабилитация – это трудоемкий и длительный процесс. Пожалуйста, помогайте нам их лечить, вакцинировать, стерилизовать, кормить. И спасибо всем, кто с нами.